друзья, всем привет из Питера! Как всегда, серого и холодного. И как всегда, прекрасного. Через Неву, вон, Петропавловская крепость. Сейчас пойду от Марсового поля вот по этому Троицкому мосту на Петроградскую сторону. Сзади меня осталось Марсово поле. И вон оранжевый инженерный замок. Мой любимый дворец. Один из любимых. И вот так вот я выгляжу после жары анапской. Благодаря дочери, спасибо, меня приодела. Да? Вот так. Всем привет. Вот стою на Троицком мосту. Смотрите, катер. Как это называется? Ракета? На воздушной этой подушке. Забыла вообще. Короче, несется. Метеор называется. Золотая стрела. А вон яхточка какая. И попроще прогулочные катера. Народ возят. Вон там стрелка Васильевского острова. Приблизился. На левом берегу Зимний дворец Эрмитаж. Его почти не видно, но бело-зеленое здание. Биржа на Ваське. А я иду по направлению к Петропавловской крепости. Ну, иду я не в крепость, а иду я в театр, который называется Балтийский дом. О культуре с немножко. О, привет, туристы! Машут все, стоящие на мосту, на берегу, машут туристам, которые проплывают в лодке. А тут движение ужасное. На мосту пробки почти всегда. Вот я перешла Троицкий мост. Остался он у меня сзади. Попробую увеличить. Вон купол Исаакия видно из-за Эрмитажа. А Петропавловская крепость приблизилась ко мне. Вот она. Специально на такси ехала, чтобы посмотреть Питер. Специально переехала Троицкий мост и пешком возвращалась, потому что именно на Неве видно. Можно прям прочувствовать, что ты в Питере. И иду я смотреть Алые паруса. Конечно, морской город, морской порт. Вот, пожалуйста, стоит какой-то корабль. Но он давно приспособлен, насколько я знаю, под кафе. Не ходит он по морям, по волнам. Часовня. А я иду по направлению к метро Горьковская. Посмотрите, как люди одеты в Питере. Тут еще листочки на деревьях далеко не все распустились. Видите, стоят серенькие веточки, бедные, замерзшие. Вот здесь, в сквере перед театром, конечно, немножко поспокойнее, потише, чем возле Петропавловской крепости, чем на Троицком мосту. Не так шумно. Пока дошла сюда, вспомнила, как я 3 года жила в Питере. Но не мой это город. Вернее, как сказать, прекраснее города я не видела. Но просто уже жить в городе не хочется. Больше нравится простор, тишина, чистота, воздух. Ну, не говоря уже о море, которое мы имеем в Анапе.
Да, давненько я не была в питерских театрах. Красота. Народу мало. Ажиотажа никакого. Ну, для меня это и хорошо. Так красиво в Балтийском доме.